России в ситуации с распространением коронавируса все же идет по оптимистичному сценарию. Об этом заявила главный санитарный врач страны, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия». Она пояснила, что на сегодня рассчитано несколько сценариев. И самый благоприятный, оптимистичный и самый неблагоприятный. Основные строительные работы быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершены. Специалисты приступают к отделке медицинских корпусов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что на территории центра также продолжается строительство коммуникаций, кислородной станции, очистных сооружений. На стройке в два раза увеличено число рабочих. Теперь оно превышает 10 тысяч человек. Мэр подчеркнул, что на данный момент одна из приоритетных задач – комплектование медицинскими кадрами и высокотехнологичным оборудованием. Китайские ученые обнаружили коронавирус у живущих в китайском Ухане кошек. Они пришли к выводу, что примерно 15% исследованных животных, которые сейчас находятся на территории города, являются носителями инфекции. Такая